Пока сверстники отдыхали, эти девочки усиленно тренировались. Новый год начался для них массовым турниром. В Сочи на рождественские старты приехали спортсмены из Екатеринбурга, Иваново, Ульяновска, Новороссийска и других городов. Мы проводим этот ежегодный турнир с той целью, чтобы занять детей в новогодние каникулы, разнообразить их отдых и досуг и подвести определенные результаты их творческому и спортивному росту. Данные соревнования позволяют присвоить массовые и спортивные разряды спортсменам. Чтобы участницы подошли к турниру в хорошей форме, в Сочи для них провели недельный сбор. Тут очень много соперников, но мы не теряемся, мы пытаемся выложиться по полной, ну и претендовать на какие-то призовые места. Рождественские старты – турнир особенный. Здесь грамоты вручает Дед Мороз. А еще каждой участнице он приготовил сладкий подарок. Встретиться снова спортсменки договорились летом. В Сочи в пятый раз планируется провести фестиваль спортивной аэробики «Аэро Сочи».